Дорогие друзья, всем доброе утро. У нас сегодня очень бодрый завтрак. Я надеюсь, что после этого завтрака мы никуда с Екатериной Евгеньевной не побежим. Смотрите, у нас уже весенние кружки. Мы в розовом. Мы сегодня как два цветочка. Да. Миленькие, а знаете почему? Потому сияющие. Что в пятницу в Ростове наконец-то потепление. Все снега тают, поэтому пахнет весной. Вообще, ребят, еще в феврале целый месяц. Так что, Екатерина Евгеньевна, ты рано радуешься. Я жду весну. Насчет потепления. Я проспойлерила, откуда завтрак. Ребята, откуда же завтрак? Я дочитала в январе трилогию про Алину Старкову. И вот в этой второй книжечке я нашла то, что мы можем поесть. Это стандартный завтрак грешей. Я взглянула на поднос с нашей трапезой. Черный хлеб со шпротами, маринованная свекла, фаршированные яйца. Мы не ели с прошлой ночи. Стандартный завтрак грешей, ребята. Да. Я когда... Только мы знаете, что они сделали? Мы не стали пить чай, мы, как всегда, налили себе кофе. Потому что, ну, еще и чай, это было бы слишком. Если уж куда-то бежать, то чтоб наверняка. На самом деле я шучу насчет того, что мы куда-то побежим. Туалет я имею в виду, если кто-то не понял. Потому что, мне кажется, здесь ничего такого и туалетного нет. Я когда первый раз читала греши, как будто я их читала во второй раз, ребят. В общем, когда я читала первую книгу... Но ты дальше первой книги не продвинулась. Я не продвинулась дальше первой книги, потому что в моей голове очередь из грешей в туалет после завтрака с маринованной свеклой и селедкой, она никуда не делась, понимаете? Я так и вижу эту очередь. Но Екатерина Евгеньевна, ой, ребята, что с ней творится, это прям я не знаю. Шпротики. Мне кажется, она влюбилась в этот мир Ли Бардуга, она мне прожужжала все уши про какого-то Николая Ланцова. Зачем ты всем говоришь? Я об этом Николае знаю уже больше, чем о самой себе, понимаете? Кстати, ребята, 1 апреля выйдет первый сезон «Тень и кость», так вот его там не будет. Те, кто читал, поймут меня. Ну, завтрак здесь готовится не то, что просто, а абсолютно просто. Единственное, что было же не написано, с чем были фаршированы яйца. И поэтому мы их выдумали. Начинку переделали, потому что я не люблю чеснок, я люблю чеснок. Но вот в этом сочетании с яйцами у меня начинает давить желудок. И я не ем майонез. Света тоже не ест майонез, да. Но, ребята, в этот год я решила начать со всяких пищевых экспериментов. Я решила отказаться от молочки и заодно вот попробовать Свету отказаться от молочки. И мы отказать от молочки, купили майонез соевый. Нам он понравился, он, кстати, вкусный. Итак, ребята, как вся эта прелесть готовится? Да. Давайте начнем с простого. Свеклу мы просто купили в магазине. Да. Мы ее сами не мариновали, потому что эти люди не делают заготовок. Эти руки мариновать не умеют. Бутерброд, черный хлебушек взяли, тоненько нарезали, шпротинки выложили. Кстати, этот хлеб тоже фаворит этого года, в нем нет сахара и в нем нет дрожжей. Вот. Да. Яйца, как Катя и заявила смело, действительно, это наш эксперимент. Яйцо варится, режется напополам, желточек вытаскивается, ну, как обычно, да, фаршируют яйца. И желток мы размяли. Хочется бежать от меня. Что мы туда добавили? Сыр, рикотту. Зеленый лучок тоненько-меленько порезали. Туда же маринованные грибочки меленько порезать. Все это хорошо перемешать, поперчить, посолить, если вам хочется. Если вы еще хотите добавить туда ложечку майонезика и обратно вернуть в яички. Вообще все эти вот блюда, вот фаршированные яйца, которые, знаете, надо вытащить природное, почему ты уже ешь? Почему ты снова уже ешь? Много бывает. В общем, когда надо вытащить что-то природное, перемолоть и засунуть обратно, они у меня вот делают в голове взрыв мозга. Ну и как тебе яичко фаршированное? Вообще, ребят, этот завтрак, это то, что я вообще все не люблю, кроме хлеба. Ну, свекла мне нравится еще маринованная. Вот, кстати, вот этот вот паштет, который внутри, его можно просто на хлебушек мазать и будет вкусно. Но я бы сюда прям побольше именно маринованных грибов добавила. Вот в этой трилогии, в «Короле шрамов» вообще много едят. Едят разное, но там была такая заметка... Я даже не выдержала, я пошла Свете читать. Королевский повар считает, что вот все, что ты не делаешь заливное, это всегда вкусно. И вот когда я это читала, я ненавижу заливное. Я, конечно, сейчас, когда живу самостоятельной жизнью, я не ем вообще этого. Я не готовлю, естественно, это. Но я помню, каждый Новый год испорченная красная рыба, которую сварили и залили непонятно чем. И там еще, знаете, вот это звезды из морковки. Что-то обязательно надо нарезать звездами и залить. И там был такой момент в «Короле шрамов», что они заливное, там принцесса шуханская с героем другим, не буду говорить с кем, это спойлер. Вот, они это заливное тихонечко со стола из тарелочек под стол закинули и есть не стали. Холодец я люблю, заливное нет. Кстати, еще делают заливное с языком.
Невкусно. Так вот. А бутерброд со шпротами, это бутерброд со шпротами, да. Действительно, на самом деле. Шпроты я тоже не ем. Я сейчас буду вот это вот. У меня это я не ем, это я не ем. Шпроты очень любила бабушка. Я шпроты тоже не люблю. Но вот фаршированные яйца, как мы сделали, мне прям понравились. Это реально вкусно. Вот такой паштетик я бы на хлебушек мазала и на завтрак ела. Прям очень вкусно. Ребята, о чем мы хотели сегодня поговорить? Ты не будешь это есть на завтрак? Ну, потому что я не готовлю завтрак, а ты этого делать не будешь, да. Что мы хотели обсудить? Закончился же 20-й год, ребят. Наконец-то, ура! Еще, по-моему, в декабре Forbes подводили итоги по самым продаваемым книгам в России 2020 года. А мы когда с Екатериной Евгеньевной посмотрели этот список, это как всегда. Ну вот да, одну книгу я читала. И то хорошо, как говорится. Этот список выглядит так, что как будто мы вообще не читаем. Мы не книжные блогеры, мы понятия не имеем вообще, какие книги в России на самом деле продаются. Да, и что надо читать. Вообще меня дико удивила голосовалка, которая была на «Читай-городе». Они там выбирали лучшую книгу года и что по разным вышло? Категориям. И там была борьба между «Марой и Морок». Сначала там «Хоп», ну «Мара и Морок», понятное дело, «Робин Хоп» обошла. Да, кто такая и потом Робин она Хоп боролась вообще? С Джорданом. Естественно, выиграла «Мара и Морок». И вот для меня... Знаете, даже не то, что выигрывает Мара и Морок, да, как бы ее признают лучшим. Я прекрасно понимаю, потому что читательская аудитория у Мары и Морок гораздо шире, чем у Роберта Джордана. Это естественно, что те, кто читал Мару и Морок, они выберут ее из представляемых книг. В принципе, вот у меня тоже мозги начинают шевелиться и взрываться. Подождите, это сами... было в каком-то... В одной это в Инстаграме, номинации? Да, в Инстаграме. А как можно город? В номинацию вот. Ставить? Да. Вот, я про это и говорю. То есть те люди, которые разрабатывают эти номинации, да, и выдвигают туда кандидатуры, как можно в одно место, простите, засунуть Мару и Морок и Роберта Джордана. То есть это вещи совершенно разных весовых категорий. Ну, Мару и Морок надо ставить как раз рядом с Ли Бардуго, там, да. С Сарой Маас. Мне очень жарко, ребят, очень. Что там еще выходило вот из Янка Далта? Я Дива Лица. Я даже не помню, а Роберта какой... Джордана я бы ставила, вот я человек, который не читал, но я бы ставила его к Робин Хоп, ну к да, Брэндону да. Сандерсону. Да, да, вот да, этот да. Пшехшта, про которого мне Света нет, почти... Нет, Пшехшта, это не та весовая категория, что их надо ставить в одно место с Джорданом. Сейчас меня потому выгонят. Что это, опять-таки, это развлекательная чистая литература. Джордан, у него есть глубинная философия. Это огромнейшая проработка мира. Это просто мир, который можно разбирать по но костям. Это явно не Янка и Далт. Сам автор этот мир разбирает по костям. Костяма представляет его читателю. У меня, в общем, когда я это видела, мои мозги, они на бикрень стали. Короче, самые продаваемые книги в 2020 году в России. Было 10 мест. На последнем 10 месте Юнес Бё и его «Королевство». Но тут я думаю, что он наберет гораздо больше продаж. Просто Юнес Бё вышел в октябре, это уже конец года. И не успел так набрать хороший оборот, да? Юнес Бё очень в России продаваемый автор. И я думаю, что его продажи еще поднимутся. Вот это единственная книга, ребят, «Королевство», которую я читала из всего списка. Единственная книга. А я ничего, что ли, не читала, по-моему? Я просто хреновый книжный блогер. Просто я даже не знаю, до какой степени мы на своем канале Екатерина Евгеньевна читаем хренотень. Не знаем вообще, что люди читают. Да, и не знаем, что читает наша Окей, страна. Окей, Улицкая, «О теле души». Девятое место. «О теле души», да, Улицкая. Но у нас здесь очень много получается в этом списке именно русскоязычных авторов, да. Я понимаю, почему. Тут вполне обосновано. Причем вот что Улицкая, что Маринина, что Рубина, да, у них уже очень такая вот плотная база давно наработанного читателя. И естественно, что они продаются. Девятое место. Улицкая. На восьмом месте Стивен Кинг и его «Институт». Я, кстати, не думаю, что вот «Будет кровь», у него будут прям продажи чуть ли не до небес, потому что это сборник повестей, обычно повести у Кинга продаются хуже, чем его романы. Мне кажется, это тот самый завтрак, когда даже я не буду особо есть в кадре. Вот, ребят, Джон Марс единственный. Что это? Я не знаю. Чисто так вот, ну какой-то детектив, скорее всего. Или триллер. Триллер, психологический триллер с элементами научной фантастики. На Netflix планируется сериал. Ну вот, скорее всего, из-за всего, что вот планируется. А тут есть на обложке про Netflix? Нет, на обложке пока ничего про Netflix нет. Ну, ничего. Вот, кстати, Акунин, просто масса. Понимаю, почему продажи. Да. 74 тысячи, ну почти 75 тысяч экземпляров было продано. Ну, вообще масса, понимаю по-моему, вышел в начале года. Я читала его в декабре. 25 июня вышел масса. Угу. На пятом месте вот Устинова. Тоже понимаю, почему она продается. Я, кстати, читала когда-то Маринина. Устинова.
Маринина. Ради Устинину, вот, Устинову, ради интереса. Да, у меня насчет Марининой всегда, когда я вижу ее новые книги, у меня удивление. Еще пишет, потому что я думала, ты скажешь, что из-за Марининой мою фамилию очень часто переделывают в Каменскую. Да, очень часто. То есть, если кто-то первый раз видит мою фамилию, автоматически, просто на автомате она читается как Каменская. Никакой Каменецкой в этом мире не существует. Кстати, эта книга тоже про Каменскую, Анастасию. Ей там еще неплохо от количества книг. Интересно. Я имею в виду героини. А сериал? Когда он закончился? В двух томах выходила книга в августе. Почти 100 тысяч экземпляр продали. Дина Рубина на третьем месте. Наполеонов обоз. Третья книга при этом. Да. Это третья вот, книга какого-то ребята, цикла. На втором месте. Пелевин. Непобедимое солнце. 116 тысяч экземпляров. Когда выходила эта книга, а когда она выходила? В августе, в конце августа. Мне казалось, она просто везде, она заполнила собой абсолютно все, потому что от рекламы... На Пелевина была очень агрессивная реклама, да. Я до сих пор помню, но я где-то, мне кажется, рассказывала, как я захожу в Apple Store, угу. И первое, что мне выпадает, ну, обычно там же какие-то подборки, игры, вот это все, а там Пелевин. Причем была реклама и на Ютубе Пелевина. Ну, везде. Вот знаете, как этот, Великий Султан... Да, так и Великий Пелевин. И на первом месте. Вещь совершенно просто. Но обложку я эту видела. Майк Омер или Омер внутри убийцы. Тоже какой-то психологический триллер. По-моему, в этой серии выходил этот, как его? Пациент. Мы его читали, безмолвный пациент. Мы в начале читали, года читали. Мы как где-то читаем бестселлеры. Бестселлер, да. Вот это, кстати, рубрика, которую я хотела бы продолжить, про бестселлеры. Просто очень сложно на самом деле вычленяются бестселлеры. И имеем в виду мы бестселлеры не то, что там книга гремит, а именно по количеству продаж, да? Угу. То есть именно книги с самыми большими продажами. Вот смотри, по этому списку можно вот 20-й год составить, что нам вообще читать надо для этой рубрики. Но Пелевина, извиняюсь, я читать больше не буду. Мы, наверное, будем читать Маринину, да? Устинову. Массу ты уже... Ты из списка читала одну книгу. Катя! Есть чем гордиться. А, я читала две, я же еще институт читала. Кстати, но да. Институт, разве он вышел в 20-м году? У меня почему-то такие четкие ощущения, что он выходил еще в 19-м. Ну, ты же даже дневник писала. Да, я знаю, там не дневник был, а вечер чтения. Но да. Чем больше времени проходит после моего чтения института, тем меньше мне нравится книга. А еще надо проживать и потом говорить. Да, так надо, ребята, делать, нет, но я не делаю. Я каждый год, когда вижу эти списки, я ощущаю себя, знаете, вот это вот... Бежит такая река, а тебя вот как камешек так выпнули из этой реки, и ты такой, о, бумс. А я читала Акунина, эй. Я понимаю, например, вот Маринину, ее чаще всего, вот Маринина, Устинова, это те самые детективы, которые вот мягкой обложки где-нибудь купили, там, в аэропорту. Вот это книги, которые для дороги, ты ее прочитала, где-то бросила и забыла. Я не помню, рассказывала ли я, как я ознакомилась с Устиновой, но я у нее прочитала, наверное, книг 8. Мне нравится, как Катя... Ребят, она отложила, ест кусок хлеба, а шпроты она отложила в я сторону. Я не могу есть шпроты, мне от шпрот плохо потом. У меня желудок не справляется с двумя продуктами, это со шпротами и с салом. Я не могу есть настолько жирную еду. Так вот, я читала Устиновой где-то романов 8, как раз в институте, когда мне надо было мозг разбавлять. Я читала Полякову тогда, я читала Донцову и Пауло Коэльо. И вот как-то, и Код да Винчи вот этот. То у Устиновой, у нее, как и у Донцовой, все романы написаны по определенному шаблону. И все героини, они списаны с нее. Как, в принципе, кстати, у Поляковой все героини списаны с нее. Это такая, знаете, это женщина-огонь Ирина Аллегрова. Или Шилова. Юлия Шилова, я перепутала. Шилов, кофе да. Вкусный. Это, кстати, кофе из Кении, который. Просто леопард. Очень. Ты еще мне так как-то сока добавила, что такая кислинка хорошая. Боже, я молодец. Умничка, я тебя хвалю. Короче, список самых на самом продаваемых деле, книг. Мне кажется, надо не ориентироваться на самые продаваемые книги, а слушать свое сердце. Нет, если ориентироваться на самые продаваемые книги, то. Ну, я даже не знаю, мои вкусы совершенно не подходят под самые... Хотя у меня, опять-таки, да, вот, у меня очень такой попсовый вкус в литературе. А мне было бы интересно посмотреть, сколько потрачено, какой был бюджет на рекламу Пелевина. Мне кажется, это был самый большой бюджет в 2020 году. Ну, реально так. Да. И вот из-за того, что был огромный бюджет на рекламу, там, наверное, прибыль меньше чуть-чуть оказалась.
Ну, не знаю, я не разбираюсь в этом деле, ну, как там, что мы происходит. Мы люди со стороны, мы не знаем всех. Извини, но я яичко доем. Мне, ребят, да, яйца фаршированные, мне реально очень понравились. А мне прям не вообще. Очень. Мне не понравился лук в яйцах. Я вообще вчера хотела руколу купить в эти яйца, но я ее не нашла. У нас, я про нее вспомнила поздно. Угу. И где было поздно, там уже никакой руколы не продавалось. Мы уже пересекли географическую черту Ростова-на-Дону, где можно купить руколу. Да, а на доставку было уже поздно кого-то вызывать, потому что было очень поздно. Вот. А записываем мы это в субботу утром. Вызывать было поздно, потому что было уже поздно. Да. Вот, логика. Вот такие, ребят, мы начитанные книжные блогеры. Да. Но вы про это уже давно знаете. Обязательно делитесь своими мыслями по поводу самых продаваемых книг 2020 года, по поводу того, можно ли ставить в одну категорию голосования Мару и Морок и такого мастодонта. И, кстати, мы не имеем в виду, что Мара и Морок там отвратительные, не читайте ее никто, просто это другая номинация. Да, да. Тут действительно речь не в том, что вот эта книжка плохая вообще, как ее можно было поставить. И вот когда просто я вижу в офлайн-магазинах, вот когда на одной полке стоят вот такие книги, в моей голове тоже вот что-то щелкает, начинает. Так, щелкает ли, ребятки, у вас в голове? Мы желаем вам приятного аппетита, хорошего дня и до скорой встречи. Котики, кушайте с удовольствием, но не шпроты.